Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзор на интересного героя с максимальной прокачкой. Это будет Рино. Показывал я вам на сардальке своего Рино, как он тащит на минималках. Сейчас вы увидите Рино на максималках. Будет нестандартная сборка. Я вам о ней говорил. Будет у нас Рино... Давайте вместо Седны поставим с огненкой. Вот такая вот сборка, Punchbox плюс психощит, доспех, то есть жизни у него будет немерено, скажем так. Сейчас покажу, что там у меня прокачано. Здесь у нас на солянка, в общем. Вот такой вот герой, поехали. Начнем с рейда, посмотрим, что он сможет. Ну, я думаю, его фрай в любом случае будет быстро шатать. Посмотрите. Жесть. Все, ушатали просто. Да при том, что у героя 700 тысяч жизней. Но, как видите, вот опять тот же самый. шесть тысяч отхил, ребят. Варжей понизил. Улетает только так. Так, ну еще и ищем ради интереса. Дырочку закинем. Ушатали. Ну, опять же, я уже вам рассказывал, что в топах этот герой, ну, очень редко используется. По талантикам, не знаю. Ну, в принципе, тут неплохой талант, если так разобраться. То есть и то есть. Но, опять же, и отражалка есть. Ну, вот посмотрите, что со стрелком сделал. Правда, дальше Фрея и без вариантов. Ну, стрелка он просто снес, даже не заметил. Герой хорош, но, опять же, в топе, я не знаю, я лично его не использую практически. Потому что он для меня не настолько актуален уже, как раньше был. Вот, смотрите, раз-два его нет. Это при том, что у него 50% еще дефа, и жизни у него тоже немерено. Ну, как-то вот так вот. Даже 700к жизни его просто не спасают. То есть, настолько уже он не актуален, скажем так. Вот, посмотрите. 76 тысяч отхил. Ну, толку от этого отхила, если его шатают. Окей, поехали на подземочки, посмотрим. Будет, думаю, более интересно все. Также есть СО, если хотите, тоже запишу вам видосик, посмотрите на него. Ну, вот такая вот сборка. Вроде она казалась бы крутая, но рейд, в принципе, это не показатель. То есть герои используют во многих локациях. Ну, вот хил, конечно, его радует. Но все равно ушатали. А есть другие герои, которым пофиг на это все. Вот так вот. Давайте уберем псих. Попробуем ради интереса СО поставим просто. Или даже не СО поставим, вот так вот. Плюс рвение. Та же самая подземочка. То есть у нас добавился еще деф. Дополнительно. Ну и плюс урона, конечно, больше стало. Но урон, в принципе, неплохой, в районе миллиона. Но вот сразу заметно, да, что немножко добавили. Все равно сливается стан, и все, и героя просто нет. Чуть-чуть лучше, возможно, где-то, но опять же это не спасает. Теперь поставим, давайте сюда ради интереса. 18 секунд железка от стана. То есть герой своеобразный, да, конечно, он на любом аккаунте нужен.
Ну, я не знаю, я в последнее время все-таки больше использую Бигфута, потому что, как по мне, он более актуален, он замораживает, это только энергию забирает. Ну, есть очень много разных нюансов. Так, ну вот Железной Волей он смотрится намного ярче, то есть он уже не станется, ну, пока не станется. Плюс уже хилит себя 82к, но все равно его разобрали точно так же, то есть... По сути, проблема даже, скорее всего, не в таланте, а проблема в том, что герой... Надо, возможно, на уклонение переделать его, тогда будет тащить побольше, ну, не знаю. Но вот такая вот сборка обычная, скажем так, не с максимальными там какими-то уклонами и прочим. Так, окей. Поехали дальше тестить. Здесь, в принципе, вы увидели, что особо ничего в нем таком... Мега крутого нет. Так, давайте добавим его сюда. Вот опять же есть Рину. Поехали. Попробуем против него. Есть герои, которые просто на 20 уровне действительно что-то могут тащить. А есть герои, которые не особо уже актуальны. Так, ну что у нас тут? Ну, панчбокс давай. Затащили быстрее. Странно, там и башка была. Как-то странно. Так, смотрим. Ну, просто ушатали. Да, герои один на один. На нем будут сливаться многие, но... Прея, например, его все равно как шатало, так и будет шатать. Без вариантов просто. Вот его отхил даже не спасает просто. Давайте. Попробуем напрямую. Казалось бы, у него защита должна быть неплохая. Ну тут вроде как бы просели чуть-чуть, но опять же, без вариантов. Пачки, возможно, да. Когда будет пачка, он включится, он будет помогать. Ну, как по мне, наверное, все-таки лучше на максималке дефный вариант. Хотя, если один на один, то он хорош. Ну, а так, видите, его просто сливают. То есть, ему надо уклонение ролить, чтобы он тащил на PvP локациях. Соответственно, это затраты. Без доната это будет проблемно сделать. Так, окей. Поехали в забашку. Потестим его здесь. Так, это наш черепок. Эпический череп. Так, окей. Ехали, смотрим. По-моему, панчбокс более эффективен, чем он сам. Без варианта вообще. Атлант включился. Возможно, если бы Атлант не включился, он еще кого-то бы снес, но... Это не точно. Просто красавчик, отрабатывает на все 100. Так, хорошо. Смотрим этого. Ну, просто, видите, даже они не успели, а та же самая Афина не успела убиться об отражении. То есть, если бы была пачка с 5 героев, кстати, можно будет сделать это, если хотите, могу в ZB-шке потестировать разные сборки с разными талантами. Я думаю, вам будет интересно, напишите в комментах. Но один герой в поле не воин. Особенно в топе, в таком, как где вот я играю. Тут все максимальные прокачки. Есть герои, которые действительно офигенно себя показывают.
Но есть герои, которые ничего не могут сделать. Вот Рин идет из таких же героев. Ну вот сейчас вот вроде как бы и неплохо было, смотрите. Там два героя слилось, и практически еще двое слилось. Вроде как бы неплохо, но не, он не затащил их. Ну, самый основной его плюс то, что он снимает энергию неплохо. И зональный его урон, конечно, тоже хорош. Но иногда этого очень мало. Ух, Розалинда разошлась. Смотрите, какой нервный бой. Нифига себе, разошлись. Прям там Фрея. Жестко-жестко Биг себя хилит по 80к. Красавчики. Еще раз? Нифига себе. Сколько там у него жизни? Не успели. Ну, бывает и такое. Вот, кстати, Ара сейчас кинет. Ну, видите, чуть-чуть не хватило. Плюс-минус. Конечно, если будет пачка с 5 героев, с отражалкой такой, с 9, это будет неплохо. Ну, не знаю. Рину однозначно. СО тоже классное. Оно дает жизнь и деф. Но тут дается жизнь, деф и отражение на 9. То есть, в принципе, как бы огненка сама по себе получше смотрится. Единственное, что ее могут заблочить. Вот это одна из проблем. Ну а так, не знаю. Такое средненькое какое-то впечатление на 20-ке. Я ожидал, честно говоря, большего, но опять же, надо исходить из того, что тут герои прокачаны. Вот видите, 35-е, 12-ки, 5 героев. 1 против 5 это уже не те условия. 1 на 1 надо будет тестить тогда. Возможно, будет что-то поменяется. Вот так вот. Ну, не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете. Думаю, тут даже не надо ничего комментировать. Как бы увидели, что на 20-ке герой, ну, такой средненький. То есть, есть герои, которые реально с 20-кой просто меняются. Есть герои, которые вроде и классные, но ничего не могут сделать. Но, опять же, надо таких героев, как он, тестировать в команде. Один на один, там... против пачки, это не тот герой, пока он включится, пока он разгон возьмет. То есть в этом есть свои нюансы, но посмотрим, что будет дальше, буду дальше его тестить. Все, пишите комменты, лайки, репостики, всем удачи, всем пока.